Ну что же, здравствуйте, здравствуйте, дамы и господа. С вами товарищ Санек, и сейчас я поделюсь с вами проблемой, и точнее, ее решением, а именно. Допустим, у нас есть Sony Vegas. И у нас есть медиафайл, допустим, со звуком, естественно. Но проблема в том, что при перетаскивании этого медиафайла звука нету. Лечится это очень просто. Я, естественно, сначала пошел искать гайды. И там была куча, там типа, ставьте конвертеры, настраивайте программы и так далее. А если проблема в том, что как бы нет такой возможности, либо там ролик тебе прислали и так далее, на самом деле все лечится гораздо проще. Есть всего лишь два шага. Первый шаг это называется «Закрываем Sony Vegas». Второй шаг — открываем папку «Program Files», заходим в папку Sony. Ну, у меня 64-битная система, у вас может быть она «Program Files x86». Соответственно, нам нужна папка File Input Output Plugins. IO, сокращенно. Заходим туда, находим папочку comp. Я не помню, как она правильно читается. Comp Out Plug. Собственно, вот у нас идет DLL файлы библиотеки, которые отвечают за input-output медиафайлов. И что мы делаем? Мы можем ее, в принципе, либо удалить. Либо ее, допустим, можно переименовать, добавив единичку, и программа ее видеть просто тупо не будет, потому что она не является на данный момент теперь уже системной папкой. Вот и все, замечательное решение. Теперь дальше мы обратно возвращаемся в Sony Vegas, находим наш медиафайл, и мы уже заранее видим то, что звуковая дорожка появляется, ну и внизу она уже потихоньку прогружается. Можно, наверное, какой-нибудь поменьше медиафайл. Не играет никакой роли. Он уже идет загрузка пиков, а это означает то, что звук, по идее, должен быть. Пожалуйста. Вот такое вот очень коротенькое и очень информативное, как мне кажется, видео, потому что в русском сегменте я не нашел ничего адекватного, кроме как «скачайте конвертер, у вас неправильные настройки, ребят». Все бред, надо просто условно удалить папку, ну либо в моем случае переименовать ее, что в принципе равноценно, потому что программа что то, что это не видит. Ну ладненько, в общем, получается, что это все, спасибо за просмотр, и с вами мы, возможно, увидимся в следующем гайде.